Итак, друзья, мы находимся около офиса медиахолдинга НТС. Сегодня выходной, там никого нет, и значит, мы совершенно спокойно сможем пройтись по студиям и посмотреть, как там все устроено. Пойдемте. После месяца самоизоляции оказалось, что подниматься на четвертый этаж довольно тяжело. И вот мы уже в офисе, это святая святых любого медиахолдинга, рекламный отдел. Сейчас здесь никого нет, потому что все работают удаленно и удаленно готовы принять любые ваши заказы. В медиахолдинге очень длинный коридор, но для чего нужен длинный коридор? Чтобы на его стены вешать огромное количество грамот и наград. Шикарный стол, за которым хочется говорить только серьезные вещи, потому что именно отсюда вещают наши новости. Сейчас ничего, конечно, не работает, но каждый день в 20:00 это место закипает жизнью. Я же работаю на радио. Так, стоп, не на этом радио. На этом радио. Это наша студия, откуда мы каждый день выходим в эфир и вещаем на Иркутск и Иркутскую область. А это подарки для наших слушателей. Как только закончится режим самоизоляции, они обязательно их получат. Ну а вам, чтобы получить подарки, не обязательно чего бы то ни было ждать. Снимите на мобильный телефон видеоролик о своей компании, товаре или услуге. Отправьте его нам на Viber, электронную почту или рекламному менеджеру. Каждый участник получает 50 прокатов ролика на телеканале НТС за 999 рублей. Также мы этот ролик дублируем на наш канал на YouTube, на наш сайт и в Instagram. Между участниками в Инстаграме пройдет конкурс, победитель которого получит главный приз – 500 прокатов на телеканале НТС. Дерзайте и помните, чем оригинальнее ролик, тем лучше.